Раньше пройти по улице Венцика было целым испытанием, вспоминают жители. Ремонта здесь ждали давно. Комплексно приводить в порядок улицу начали в апреле в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы еще не завершились, а люди уже оценили результат. Теперь вы видите асфальт ровненько, все, дети не спотыкаются. Мы уже счастливы, что дорога ровная и что у нас около школы наконец-то есть разметка и как бы ограждение необходимое. На улице Венцика между Фрунзе и братьев Коростелевых уже отремонтировали инженерные коммуникации. Здесь обновят дорожное полотно, приведут в порядок тротуары, установят ограждение, новые светофоры, нанесут разметку. Качество покрытия на пешеходных дорожках и проезжей части регулярно проверяют. Берут пробы, так называемые керны, вырезают часть асфальта. В ближайшие дни отверстия планируют заделать. Данные керны будут заданы в лабораторию. После того, как будут готовы результаты испытаний лабораторных и определено качество выполняемых мероприятий, будут подписываться акты выполненных работ. В лаборатории проверяется повторно толщина асфальтобетонного покрытия устроенного. Дальше его размывают и проверяют физико-механические свойства, водонасыщение, уплотнение, остальные характеристики, которые прямо показывают на качество выполненных работ. Если нарекания к качеству образцов все же возникнут, подрядчик переделает весь участок. Ранее пробы уже брали, они соответствовали всем требованиям ГОСТов. Ремонт улицы Венцика под контролем специалистов и общественности. Постоянно проводятся рейды. Акты общественного контроля направляются в Департамент городского хозяйства и экологии. Затем их передают кураторам и подрядчику для устранения недочетов. Завышение уровня асфальтового покрытия, что препятствует открыванию дверей. Те замечания, которые были выявлены, они приняты к исполнению и к устранению. Гарантию на ремонт подрядчик дает 5 лет. Волжский проспект, Максима Горького, Красноармейская. В первую очередь в Самаре обновляют улицы, по которым пройдет туристический маршрут во время чемпионата мира по футболу. Старый город, он действительно давно требовал уже такого хорошего ремонта. И, безусловно, те улицы, которые были выбраны, они выбирались первые из того, что они были, наверное, не в самом лучшем состоянии. В целом на комплексный ремонт улицы Венцика потратит 80 миллионов рублей. Он уже выполнен на 85%. Несмотря на то, что обновление рассчитано на 2 года, завершить его планируют до конца октября. Алина Чемерис, Константин Головин, события.